На ремонт дорог в Копейске в этом году будет выделено 27 миллионов рублей. 22 из областного и 5 из местного бюджета. Но работы начнутся только через неделю. Чтобы городские власти увидели самые проблемные участки, местные жители обозначили их шинами, мебелью и даже деревьями. Асфальт у нас вот так не проваливается. Аккуратненько она может рушить. Асфальт так и у нас не проваливается. Засуньте. Вот я сейчас засуну ее. Одним из тех, кто поддержал инициативу неизвестных, стал Алексей Фролов. Водитель с многолетним стажем утверждает, что дороги с каждым годом становятся хуже, поэтому и аварийных ситуаций все больше. Права имею с 1968 года. Замечаний по автодороге никогда не имел. Ни превышений, никаких, ничего. Я недавно купил колесо и поехал, мне не уступили дорогу. Я не смог выехать на встречку, пришлось залезть в эту яму. Результат, вон колесо, все вышло из строя. И диск, и бескамерка. Подрядчик, который должен начать ямочный ремонт через неделю, определился на электронных торгах лишь 16 июля. Еще один аукцион на сумму более 20 миллионов запланирован на 26 число этого месяца. А значит, основной объем работ в этом году придется на август. Мы учли свои ошибки. Я хочу сказать, что уже на 2019 год имеются списки дорог, улиц, опять же, где будет проходить ремонт. И, соответственно, мы полагаем, что аукцион уже будут проведены осенью. И, соответственно, с апреля месяца уже начнутся работы. На ремонт дорог в следующем году в администрации города планируют потратить 32 миллиона рублей. Если позволят погодные условия, к нему обещают приступить уже в апреле.